Я Лидия Козлова, участница конкурса Golden Time. Я художник из России и хочу представить вам свою работу на трех холстах, которая называется «Волна». Картина «Волна», написанная на трех холстах акриловыми красками. Одной из главных особенностей моих картин – это их способность притягивать друзей. Каждую картину я пишу для определенного человека и думая об этом человеке. Я проживаю с ним в своих мыслях часть его жизни. В эти моменты я лучше понимаю его. Я понимаю и чувствую его желания, его стремления, его взгляды. И тем самым этот человек становится для меня по-настоящему дорог, потому что привнес в мою жизнь свою особенность.